Несколько ярких вспышек и грохот взрывов. Примерно в 6 утра жители Ялты, Мисхора и Алупки разбудила канонада со стороны Черного моря. От взрывной волны в некоторых домах в Алупке открывались окна. Главное управление разведки и вооруженные силы Украины опубликовали видеоатаки на большой десантный корабль «Цезарь Куников» ударными морскими дронами «Магура-В5». Корабль получил критические пробоины по левому борту и начал тонуть, сообщили украинские военные. Какое-то время на корабле наблюдался огонь, к нему подошли спасательные суда, но вскоре звучит новые взрывы. Такая успешная операция, когда Цезарь Куников теперь на дне, и все от этого довольны и радуются. Магура – это мощный украинский бренд, точно более мощный, чем все российские так называемые большие десантные корабли.